немножко решила показать, какие здесь домишки. Вот транспорт местный проходит. Так, вот тут такие домики-домики. Вот там за домиками церковь. Каждый день, каждый час эта церковь бьет. Вот если вам повезет попасть. Мне повезет попасть. Там будет через сколько там, 8 минут будет время точное, то на этой вот церкви будет будут бить колокола. Если повезет в этот момент включиться, то, наверное, даже запишется. Ну все. Это вот так у них аптеки выглядят. Вот. А это, да, я не знаю, что делает этот дядечка, куда он смотрит, но вот рядом с аптекой стоит дядечка. Все, идем. Вот она, церковь. Вот колокольня. Так что вот, да.